дней, что играть будем. Такой рейтинг и набрал, потому что никто не будет с ним играть 14 дней. Если не будет он идти, тогда я покину игру. Какая-то ерунда. Питером поиграю. Что у меня тут? Тут 59 минут. Времени полно.
улице, либо тут. Тут еще можно, но не очень. Ну ладно. По-моему, компьютерный анализ в таких ситуациях говорит, что тут надо идти. Либо тут точно не помню. А так, наверное, надо разговор записывать. Ну, в этих ситуациях компьютер так говорит, что надо. Так, если... А надо было к ним тут идти, чтобы на этого слона напасть. Интересно, как записывать, чтобы звук, который у меня с колонок, с наушников играет, как этот звук записывать, я не знаю.
Надо, наверное, конем бить. Если я бью. Ай. Конь лучше, чем слон. То есть слон лучше, чем конь. Тут вроде бы напрашивается, чтобы король подошел, чтобы эта пешка была защищена. А можно коня подвинуть. А тогда он сбьет эту спешку. А, не сбьет, он с конем будет. Если бью пешку, он тогда королевой тут заходит. Или может вот этой пешкой подойти. Или вот эти можем тут вот подойти. Вроде было так, видите, логически, самое лучшее. Я думаю, наверное, ошибся. Может, надо было вот тут найти. Или королем, может, надо было. Тут хитро пошел. Если я тут
Мне кажется, может, коня надо бить. Может, не буду рисковать, и тут подойду. Хотя нет, наверное, она заблокировала. Так не надо было идти. Ну ладно. Потом можно вот тут подойти. Чтоб как бы этой пешки. Либо можно коня сбить и потом вот тут сбить. На этого слона напасть. Потом вот тут подойти, чтобы этого коня выгнать. А либо короля вот тут. Вот надо, наверное, тут идти. А, он на пешку напал. Вот на короля можно напасть. Потом он, допустим, тут подойдет. Я тогда пешку бью. Потом он, допустим, тут подойдет. А мне тогда не будет куда идти. Мне надо, наверное, коня выгнать. Конь, а он тогда бьет эту пешку. Я бью его коня, он бьет мою башню, я его башню. А надо выгонять коня. Может эту пешку сбить, но тогда я коня собью и он там ничего не сможет сделать. Ему так логично было бы тут сбить.
Он бьет тут, я бью коня, и он бьет пешку. Поэтому тут он пешку выигрывает. А он так даже, он мат собирается. Ладно, если тут ему шах. Может, и тут надо было быть. Мне кажется, сбив коня. Что он сделает? На эту пешку нападет. А, и он тут. И, наверное, шах королю. А, и мат, наверное, хочет сделать. Если тут он потом не пол. Я могу потом башню тут пойти. И его пешку. Я могу на королеву напасть. А, и он опять мне шаг сделал. Так мне тогда ничего не остается, как бить его. Он если бьет эту, я бью эту пешку. Если он башню бьет, я бью эту пешку, чтобы раздвоить пешки, наверное. Может, а и эту тоже раздвоит. Может, эту. А потом я могу тут ему шах. Долго думает, не ожидал. Вот. Мне либо вперед подойти, либо сбить эту спешку. Кажется, надо избавляться от раздвоенной пешки. Бить. А он теперь вот тут подойдет, и мне. Мат за. То есть. Теперь тут подходит. Я тогда вот тут могу идти. Он бьет эту пешку, и вот.
Мне кажется, так если эту бью, он бьет эту, и я бью эту. Мне кажется, надо эту бить. Ему под угрозой будет эта пешка. Я бью эту, он сбить не сможет. Не сможет, потому что это защищено. Он тут может подойти. А он тут сбьет. А если я тут сбью? Наверное, надо это бить. Тут, вероятно, вечный шаг мне может устроить. Теперь он это бьет, наверное. А я потом могу тут королевой подойти, чтобы он тут не мог подойти. Тут может подойти, чтобы эта пешка была защищена. Он на 10 минут отстает. Если он собьет эту пешку, у него будет большой пеш. Шах. Ну чего и стоило бы ожидать. Тут я не могу, тут не могу, тут не могу, тут не могу, тут не могу, только тут. А потом могу башню тут, чтобы его на королеву его напасть. Он теперь может вот тут королем подойти, чтобы потом от меня устроить. У меня поэтому. Я могу тут подойти, типа потом, потом тут вниз, и потом тогда королем смогу. Хотя нет. А, ну, потом тут башня. Потом тут, если он там башня. А я могу башню вот тут, чтобы его королеву прогнать. Тогда он эту пешку собьет. Поэтому, наверное, тут надо идти.
если он идет тут. Если я бью, он тут и мне мат. А он тут подошел. Тут, наверное, надо идти. Если бью, он тут. Я тут, он тут и мат. В общем, надо тут идти. Он куда может идти? Он тут тогда может идти. Он тут может идти. Тут. А он тут идет. А я бью королеву. Так он тут идет. Я тут. Потом он тогда тут и мне шахи на этого нападет. Ага, тут я попал в сложную ситуацию. А если он тут и мне мат? Да. Если он тут идет, мне мат, оказывается. Не могу, тут не могу. Посмотрим, или увидит она эту возможность. Долго думает. Если он не увидит этого шанса, тогда мне надо вот тут идти. Чтоб он потом не мог тут пойти и мне мат устроить. Увидел.